Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Некоторая отрешенность и неуверенность заключенной буквы «И» мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Всем, чего владелец этого имени достиг в жизни, обязан исключительно себе. Такие люди всегда стремятся быть самостоятельными и независимыми. У носителя этого имени есть проницательное воображение, полет фантазии, блестящий ум, порой на грани гениальности. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. По силе духа владелец этого имени – сильная личность с большими амбициями и желанием выделяться среди тех, кем себя окружают. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.